Для установления вашего состояния предлагаю вам продуть прибор алкотеста. Согласны? Водителей, севших за руль под шофе, искали на дорогах Ульяновска. Акцию «Нетрезвый водитель» стараются проводить регулярно. В этот раз автоинспекторы провели сплошную проверку на нескольких улицах, то есть останавливали максимальное число автомобилистов. Если сомневались в трезвости водителей, то предлагали пройти освидетельствование на месте. По закону, количество алкоголя у водителя не должно превышать 0,16 миллиграммов на литр выдыхаемого воздуха. Это примерно 0,3 промилле или 250 грамм сухого вина. Все, что выше, является алкоголем. 0,28 миллиграмм на литр. За управление автомобилем в нетрезвом виде нарушителю грозит штраф 30 тысяч рублей и лишение прав от 1,5 до 2 лет. Если же автовладелец нарушает закон во второй раз, то ему грозит уголовная ответственность. За один рейд было задержано 29 человек, которые сели за руль выпившим. В том числе 3 водителя задержали благодаря бдительности неравнодушных ульяновцев. Благодаря бдительности неравнодушных граждан за прошедшие 9 месяцев текущего года сотрудниками госавтоинспекции задержан 381 водитель в состоянии опьянения. Госавтоинспекция региона призывает граждан оказывать всяческое содействие в недопущении нарушений, связанных с управлением транспортными средствами в состоянии опьянения. Сообщить о водителях, находящихся в алкогольном или наркотическом опьянении, можно по телефону 112 или по специально выделенной телефонной линии 736-735-736-736. Анна Тищенко, Управда ТВ.